Меня зовут Захар. Мне 14 лет. Я с детства живу в детском доме. Мне сейчас 14 лет. Я учусь в 7 классе. Посещаю кружки вокал. Летом я отдыхаю на летней даче, хожу в лес, собираю грибы, ягоды и слушаю птичьи голоса. Я люблю собирать конструктор. Я собрал танк, Катюшу, грузовик и военную базу по этой схеме. Захар у нас учится в 7 классе. Он у нас с детских лет воспитывается в нашем интернате. К 7 классу вырос очень красивый, спокойный, приятный мальчик. Много хороших качеств имеется у нашего Захара. Захар у нас очень старательный, очень добрый, очень вежливый и культурный юноша. Он со своими одноклассниками очень хорошо дружит, общается. Он умеет с ними договариваться. К тому же он очень старательный в отношении учебы. Захар у нас, кроме всех своих качеств, парень спортивный. Он у нас занимается футболом. Он у нас с ребятами летом даже в легкой атлетике участвует. Физкультура для него – это очень приятное занятие. С удовольствием ходит на уроки физкультуры. И еще у Захара много увлечений. Он у нас очень приятным голосом поет, ходит в детский подростковый центр, посещает кружок вокала. В прошлом году посещал кружок лепки. Я долго думал, кто же мы. Просто пешки на доске или игроки, но в вечном поиске любви меня минус на плюс. Давайте вместе, друзья, ла-ла-ла-ла, все будет хорошо, ла-ла-ла-ла. Куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, все будет хорошо.